Авангард на точке спешивали. Продолжаем движение. Машина уезжает, море, смотри, что за машина уезжает. М2 это? Нет, это обычный джип. Ага. Давайте спускайтесь вниз. Между дорогой и берегом начинайте подвигаться. Это на мину больше похоже. Там у нас труп. Там миномет. Это миномет. И вообще ни одного взрыва, блять, лаги ебаные. Вот, у меня только сейчас взрывы пошли, вакер умер. А что, ты знаешь? Походу вижу и вейкера. А так он так далеко, ничего себе. Он да, это только собирается... О, а это бэха. Бэха, бэха наша. Наш, наш, наш. Дай я в теплак вылезу, посмотрю. Ух, блядь. Это свой. Замечательно, у меня теплак вейкера не подобрался. Дали бы, парни. Северо-восток от меня 50 по дороге бегу. Северо-восток? Метку поставил. А, юбки, ебаник, там трое, они на север. Бегу. Вот так вот, вот, по такому маршруту. Сейчас на группу собираю. Черного маркера. С трупами. Троица, свет. Четверо. Понял, бегу на горочку. Сели, им дальше тут нельзя. Ориентиры там какие-то есть? Там, короче, знаешь, такая маленькая церковь, такой монументик стоит. Ага, понял. Вот они около него двигаются уже, и дальше в гору поднимаются. Тихо. Шайтан, я ливею тебе. Угу. Я вижу дорогу, но не вижу. Они наверх по дороге. Левее, уже наверх ушли. Но все, они уже в ложбинку за такую вернули. Поздно. Блин, мы тут файтером, нет книжника. Ну они ушли уже, я же говорю. Вижу одного, минус. Вон они, выше поднялись. Они не сюда вообще смотрят, спиной к нам, половина. Блин, где они, не пойму. Сейчас метку попробую поточнее поставить. Вот примерно мои фи, примерно. Точнее не могу поставить, сори. Там стоит одинокое дерево такое на высотке. Вот они сейчас спрятались. Но они за горой, да, от нас уже? Да, сейчас за горой. Тут один был ближе намного, смотрите, где он был. Вот дал синюю, но я там прибил его, там его СВДшник был. Вот еще вон, высунулись в нашу сторону смотрят. Еще туда идут, около того поворота, вот я их отметил. Да, вижу. А у них тол! Харек, направишь, где они? Смотри, ровно 65. У них тол полетело. Деревья те три штуки, вон. К нам смотри. Идет один, к нам идет, блядь. ЗРК, блядь. Пойду его срежу нахуй. Яры 4 пытаешь? Одного да. Завалил. Еще правее то в деревьях. Рядом. Так, по мне что-то прилетает. Посмотрите восток от меня кто-нибудь. Файтер, заходи с восток, сейчас они товку будут утаскивать оттуда. Мы из-за дыма не видим ничего. Харек, живой? Да. Ты в какую сторону пошел? Туда, восточный. Угу.
юго-восток смотрю, солнца, гранаты вроде. Вообще. По мне? Только не понял откуда. А с этой высоты восток, восток, восток. Да нихера не восток, север откуда, северо-восток. Севера, севера, да. Бля, против солнца тупо. Файтер, ты где? Файтер рофнулся, он валяется. Мертвый? Да. Смотрю, в округе вроде ничего не видно. Блин, Морис тоже. А, вижу хаммер. Хаммер вижу. Пока без стрелка на нем. Взял ДВС. А, понял, вижу. Манхи, можно спокойно сюда приезжать. На бэхах просто хуярьте. А дальше вы двигаться можете? Мы уже бежим давно, мы уже 500 метров отошли. 2-1 БХ. ТГР. Мы вылетал, что нам дальше делать? Говорит, авангард поставили метку на товку. Метку на товку не вижу. Шайтан, ты поставил метку? Все, вижу. Да, так, да, авангард, авангард своими силами сможете? Пытаемся, тут много их, ну, отделения. Нас осталось трое, четверо. А пойдет ТГР, мы можем тоже зайти к ним. А, ТГР, заходите, да. АВ работает. Плюс КВ сейчас подбит. 2-1, 2-1 туда. Нет, же надо, чтобы тот нашел его. Да, последний, 2-2-1, почти приехал. 2-1, видишь зеленую меточку? 2-1, ВП-2. А, к этой позиции подъезжаешь, спешиваешь пехоту. БХ работает сзади. Пехота зачищает позиции противника. Штаб, пехота далеко отошла, мы пешком туда дойдем. Добро, до Бэха. Добро, монахи, пехотой не заходить. Зачистили в своем районе и ушли на юг. Забес кидали. Сейчас туда союзники ярче подойдут на товку, особо не лезь туда. Слышишь? Я поднимаюсь наверх. Ну, блин, давай. А, Китрус, БМП, сколько тебе времени еще нужно? Выхожу, выхожу, помогаю. Две минуты. Все, добро, сразу, потом на подъем и наверх. Так, громы, гром, шофер на дальний. До верха прошли. Живой? Да, практически все. Ярче. Огонь. ТНТ, а ты дочинишь свой танк, он будет потом ездить?
ТНТ наш там будет сейчас и все. Нас нанесутся, мы координируем. Еще раз, когда ты починишься, ты будешь мобилен? Буду. Все, отлично, дочинишься, давай информацию. Еще один танк, походу, вижу. Штаб 1-5 на Минске. Тема, Так, раз, срочно, вы еще со своим отделением недалеко разбежались? Нет. Бэха на ходу? Точно, на ходу. Встань на север, выкрутите отделение, через запад делайте крюк, уходите за СРВ. Все, маневр, уходите отсюда. Блин, Мурби, откажись на шлинке. Второй танк ставлю, метал второй танк, вот кайф поставил, нет. Не раз РСА. Что это было такое? Присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там вы найдете видео, которое скрыто на канале, анонсы, скриншоты и музыку. Ссылка в описании под видео.